Украинка Калинина защитила титул на турнире в США. Ангелина Калинина второй сезон подряд побеждает на 25-тысячнике в США. Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала победительницей турнира ATP с призовым фондом $25 000 в Дайтона-Бич. В решающем матче турнира 20-летняя украинка, посеянная под первым номером, за 2 часа справилась с представительницей США Грейс Мин 1-6, 7-5, 6-0. Во втором сете Калинина, благодаря 2 брейкам, вышла вперед 4-1, но не смогла удержать преимущество и позволила сопернице сравнять счет. Теннисистки обменялись сухими геймами, после чего Ангелина отыграла брейк поинт Мин, а в следующем гейме реализовала первый же сетбол на подаче американки. В решающей партии украинка отдала Грейс всего 9 розыгрышей, выиграв 3 из 4 заработанных брейкпоинтов. Дайтона-Бич. Финал. Ангелина Калинина, Украина, Грейс Мин, США, 1-6, 7-5, 6-0. Отметим, что титул в США стал для Калининой 7-м в ее карьере, 1-м в текущем сезоне. Напомним, что в прошлом году Ангелина также стала победительницей данного 25-тысячника. Ранее сообщалось, что Свитолина без проблем вышла во второй раунд Australian Open. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgro.com.